Зараз мене провокує. Тому що з більшістю із присутніх я знаком, але для тих, з ким я ще не успів знайомитися, мене звуть Федор Бурден. В комсомолі я 2,5 года, а в партії почти полгода. За этот период у меня накопилось немало мыслей по поводу работ комсомола, да и партии в целом. В последнее время я несколько раз слышал от наших сторонников, что партия коммунистов потеряла свой статус, из ее состава вышли много видных деятелей, что так называемый альянс за европейскую интеграцию захватило государство и ПКРМ с этим ничего не может делать. Слышать такое от наших сторонников, безусловно, грустно. Но мы с вами знаем, что это не так. Мы знаем, что у нас есть и постоянно приходят очень талантливые, способные товарищи. Поэтому стоит задача дать возможность каждому проявить себя в той области, где человек чувствует, что может справиться с поставленной перед ним задачей. Это первое. Второе. Для того, чтобы наши граждане узнали, что мы не спим, что мы боремся с нынешней бандитской властью, нужно ставить особый акцент на СМИ. Для этого у нас есть и свои информагентства. Они скромные, но они есть. Здесь хочу подчеркнуть, что комсомол в целом, и особенно комсомол Чкана, играет очень важную роль в информировании граждан. В этом контексте можно перечислить таких товарищей, как Павел Григорчук, как Алиса Заварская и других, которые очень ответственно выполняют свою работу. Безусловно, в организации работы важнейшую роль играет наш секретарь Ася Сидорина и другие комсомольцы, которые вкладывают в работе очень много времени и усилий. Товарищи, 2014 год я называю его решающим годом для Молдовы. И думаю, что большинство со мной согласятся. Еще 4 года наша страна не потерпит. Потеряна суверенитета, независимость и оккупирование Молдовы наших западных соседей — это вполне реальная угроза. И поэтому у нас есть только один вариант — это победа. И в этом году мы будем активизировать все усилия, работать рука в руку с партией для спасения нашей страны. Это будет тяжелый год, но только благодаря общих усилиях мы сможем реализовать те задачи, которые мы перед собой ставим. На наших плечах огромная ответственность. А работа комсомола, считаю, удовлетворительной, но ни в коем случае нельзя расслабиться. Мы будем бороться до окончательной победы. Спасибо.